еще раз добрый вечер. Все, что вы сейчас слышали до этой поры, это была присказка. Это тот материал, который у нас есть, но который мы не предполагаем к записи первого альбома. Первый альбом — это сюита из 6 композиций. Так получилось, что 29 сентября этого года мы принимали участие в фестивале «Город Золотой». И, значит, нам дали такое задание — сыграть какой-то материал на тему сотворения мира. Музыканты объединили несколько пьес как бы в одно действие. И так как это зацепило все, что, собственно, получилась целая программа. Сейчас вы ее услышите. Итак, Наталья Скворцова — клавишные. Иван Баринов — барабаны. Анатолий Осипов — тенор-саксофон. Встречайте, пост-джастрио.
Thank you.
История мира. Иван Баринов, барабаны. Наталья Скворцова. Кучу-кучу клавиш. Меня зовут Анатолий Осипов. Спасибо огромное. Это было Post Jazz Trio. Приходите на наш концерт, пойдем.